Друзья, всем привет! Очень много вопросов в личку по поводу того, как я отношусь к строительству мечети в Москве. Так вот, я, наверное, самый последний человек, у которого это нужно спрашивать. Я как бы не ученый, не религиозный деятель. Я человек, который бьет лица за деньги. Но раз вам мое мнение интересно, то я отвечу. Есть две святыни. Одна из них находится в Иерусалиме, это храм Господня. Вторая – это святая гора Афон. По преданию, там не ступала нога дьявола. И вернемся к первой святыне. Это храм гроба Господня. Каждое утро в 4 утра мусульманин открывает этот храм для верующих. И каждый день в 8 часов он его закрывает. Ключи от храма гроба Господня находятся там у мусульманской арабской семьи. И как эта семья говорит, что для них это честь, они говорят следующие слова: «Господь вас благословляет, мы приветствуем вас в Иерусалиме и приветствуем вас на святой земле». Святая гора Афон, она находится в Греции, а Греция находится под Евросоюзом. А Евросоюз, вы сами знаете, какие ценности он продвигает и какую свободу он предлагает людям в духовном, да, мире. Поэтому думайте, размышляйте, не ведитесь на провокации. Как-то так. И да, человек – это задача, а условие – это быть человечным. И быть человечным мы можем через любовь к своему ближнему, защищая его интересы.